забросил шайбу в ворота финского голкипера. Ой, какая травма неприятная Кемпфера. Да, нужно остановить встречу. Капа выпала у 47-го номера Бостон Брюинс. Зовите доктора побыстрее на лед. Разбит нос. Ну, может быть, травма и не серьезная, просто много крови. Так получилось, что Чара клюшкой ударил своего товарища по команде. Это не сообщает, что арбитры при плотной игре не замечают, чья же клюшка все-таки побывала в инциденте. Дюпи показывает, его клюшка была, не моя. Вот сейчас арбитр объясняется с тренерской бригадой Питтсбурга. Тони Гренато говорит, давай купи себе очки, посмотри повнимательнее повтор и признай свою неправоту.